Виктор Петрович Поленичко – одна из тех личностей, которые остаются в памяти людей яркими страницами. Человек разносторонне образованный, с государственным мышлением, патриот своей родины, прекрасный семьянин, с доброй душой и беспокойным характером. В юности я встретил человека, которому подражаю всю сознательную жизнь. Виктор Петрович Поленичко был человеком с большой буквы. Он чутко относился к людям, заботился о людях. Виктор Поленичко погиб в августе 93 года в должности заместителя председателя правительства Российской Федерации при выполнении миротворческой миссии в зоне чрезвычайного положения в Северной Осетии и Республике Ингушетия. В последние годы его жизни главным делом было примирение двух враждующих народов Кавказа. А до этого практически вся его жизнь была связана с Уралом. Отслужив в рядах советской армии, Поленичко был направлен в ГАИ на комсомольскую работу. Затем Орск, позже Москва, Челябинск. Всюду новая работа с новыми людьми. Энергичный, справедливый, это требовательный вообще, да, обходился, это любил это поговорить, это узнать, чем, как ты живешь, что ты думаешь сделать лучше для родины, для города. Афганистан, Баку, Нагорный Карабах. Владикавказ – последняя горячая точка Виктора Поленичко. Здесь все усилия были направлены на то, чтобы уладить осетино-ингушский конфликт. Им учрежден фонд помощи беженцам. Велась работа по возвращению их к местам прежнего проживания. Было еще много планов, но трагическая смерть помешала Поленичко исполнить намеченное. Как вы думаете, если бы он так рано не ушел из жизни, что бы он еще мог сделать? Очень много мог сделать. Значит, как будто он был не нужен. Борьба политическая там. И вот его брали. Ну, Черномырдин, они же друзья были с Черномырдин, но он направил. А он хотел, чтобы мир был там в Чечне, там в Северной Осетии, Ингушетии. А там же вооружили до зубов все там. Поехала охрана, говорит, мы едем, это, чтобы заключить это оружие, чтобы сдали, мир был, войны не было. И его тут убили. Это заказное убийство. Я так считаю. Обстоятельства гибели Поленичко выяснены, но убийца не найден, хотя имелось множество версий.